Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потратьте одну секундочку и не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робуксы. И сегодня Лёс подготовила видео с новенькими рабоченькими промокодиками в игре Driving Empire. Я уже снимала как-то раз про эту игру, то что даже вроде бы не раз. Поэтому, думаю, объяснять нечего, кто знает, тот поймет. Поэтому погнали скорее заходить, я вам покажу рабочие коды. И в этом видео комментарий дня от Просто Про, который вы видите сейчас на экране. Ребята, я зашла, и видео начинается с того, что я появилась под картой с лаганными блоками. Ладно, ресетнемся сразу же. И что происходит? Все окей. Вон там я... Во, все, теперь нормально. Я думала, что сначала что так и должно было быть, и она потом прогрузится, но, видимо, нет. Ну, в общем, мы зашли в нашу игру. Ну что, ребяточки, промокодики у нас вводятся во вкладочке. Здесь у нас есть шестереночка, открываем. Здесь есть менюшечка Input код. Открываем ее и вводим первый код. Выглядит у нас вот так: C4, N4, D4. Ну, не переводится, точнее, а звучит как Канада, я так понимаю. Или Кенеды. Честно, я не знаю. Вроде бы Канада. Погашаем данный промокодик, ребяточки, у нас. И отлично, он у нас введен и выдал нам Канада Day. Точнее, он нам выдал Канада Day Wrap, что, в принципе, достаточно неплохо. Ну, а мы пока, ребятки, вводим следующий промокод, который выглядит у нас вот так. Members переводится как участники, если я не ошибаюсь. Так что у меня тут подбили. Что тут происходит? Меня похитили. Что, меня просто заточили в заднее, это... сиденье и просто закрутили меня. Вы видели, это просто был какой-то дрифт. Это просто какой-то челик подхватил меня. Странно это было. Это было неожиданно. А ну-ка, допустим. А, забуксовал? Да, не может проехать. Ну, смотри, смотри, ты у меня на чеку, ты у меня на чеку. В смысле? Куда меня увозят? Нет! А, тут, кстати, салончик неплохой. Кстати, красиво, оранжево-черный. В принципе, красивенько. Подвезете меня там до... Ой-ой-ой, это вы еще кого-то? Я поняла теперь, как набирать себе клиентов таксисты. Все, теперь все понятно. Ладно, выбираемся и будем вводить промокоды. Я совсем забыла активировать прошлый промокодик, когда мы закрыли нашу менюшечку. В общем, активируем его и получаем 60 тысяч баксов. Получаем 60 тысяч баксов, что, в принципе, достаточно круто. Ну, я думаю, нам поможет это на начале. И последний промокодик на сегодня у нас выглядит вот так. Ладно. SRU4D3L4A. Ну, Y. В общем, вот такой промокодик. Надо, главное, его запомнить. Погашанный. Почему я хочу говорить погашанный? Ладно, погашаем данный промокодик и получаем 100 тысяч баксов. Это, кстати, очень свежий промокодик. Он вышел совсем недавно, то есть хороший промокод. Мы получаем 160 тысяч с двух промокодов. Что он пытается сделать? Мне интересно. Хотя, о, блин, а он прикольно делает, прикольно, знаете. А я как сантехник вот так сейчас лягу и буду там что-то чинить. Ну, в общем, вот этими промокодиками обязательно пользуйтесь. Да меня опять подхватили, он уже себе 4 клиентов это вот получил. Я так понимаю, он случайно это делает. Он хочет заехать сюда, но захватывает игроков. Ну ладно, устраиваем побег. Все, спрятались, нас не найдут. Ну что, ребяточки, вот такое вот мега короткое видео у нас получилось, но на этом оно, к сожалению, подошло к концу. А я надеюсь, вам оно понравилось. Но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. До новых встреч!